Зара, вручать тебе твой золотой граммофон будет человек, который только что сам получил золотой граммофон. Наш красавец Авраам Руссо. Ой! Золотой граммофон. Зарочка, значит, я, в принципе, уже много раз тебя слышал. И у тебя замечательное сочетание, вот супер талант с красотой. Я надеюсь, моя рука сегодня будет счастлива для тебя. Вручаю тебе вот золотой граммофон и желаю тебе в жизни успехов и любви и так далее. Все, что угодно. Все, что есть на свете, желаю для тебя. Будь здоров. Спасибо, Авраам. Зара, Зара. С Новым годом, дорогие петербуржцы! Не знаю, как вы, а я этот праздник очень люблю. Он самый любимый у меня. Потому что с самого начала декабря я наряжаю елку. Она у меня шишками, и я ее наряжаю исключительно золотыми игрушками елочными. И люблю украшать стены домов, то есть квартиры, всякими елочными прибамбасами такими. Дорогие петербуржцы, я вас поздравляю с Новым годом и желаю в этом году радости. Даже не счастья, а радости, чтобы вы были радостными. Ой. Еще раз выходит, чтобы ее уже как следует рассмотрели и как следует ей похлопали, чтобы вот эта дама
не забрала половину успеха. Я хочу, чтобы вышла она сольно. Наша потрясающая, очаровательная Глюк.